Ну и наконец-то наши телезрители дождались хита нашего продаж. Это куртка Есения. Дорогие наши, мы вам сегодня обещали, что мы вам представим новые цвета в этой шикарной куртке. Да, заказали у производителя новые цвета. Да, знакомиться. А знаешь почему, Олечка? Потому что первая партия у нас улетела. Мы даже не ожидали такого ажиотажа. А почему? Да потому что неудивительно. Ведь куртка легкая и при этом теплая. Вот что для нас важно, когда мы надеваем на себя куртки, утепляемся. Мы не хотим этого делать, потому что не хотим ощущать на плечах тяжесть вещей. Да. А это легчайшая куртка Есения. И три цвета. Три цвета на выбор. Персик – это новинка появляется перед вами. Обязательно ее померяем. 3490 рублей – это персик. Далее у нас есть бордовый цвет. Посмотрите, какой томный, насыщенный, интеллигентный, я бы даже сказала, цвет. Очень богатый. Посмотри, как переливается ткань, но об этом чуть позже. Третий цвет заявляем – это серый цвет. Серый цвет, кстати, очень любим нашими дорогими женщинами. Я, кстати, тоже обожаю серый цвет, потому что он идеально будет сочетаться с любыми вашими юбками, брюками, ботиночками, сапожками. Да, дорогие мои, кстати, я хочу вас обрадовать. У нас на телеканале Shop & Show широкий размерный ряд не только в одежде и в обуви, но и в верхней одежде. 50 есть и даже 66 размер. У нас тоже есть пока в наличии. Оля, как сложно большие размеры найти в магазинах. Практически невозможно. Многие даже заказывают на заказ вот верхнюю одежду. Представляешь? Ну что ты, моя хорошая, я согласна, я знакома с этой проблемой. Моя сестра не может найти на себя вещи, потому что фигура не позволяет выбирать вещи вот обычного простого кроя, стандартного. Знаешь, вот очень мало женщин стандартной фигуры. И я рада, что на Shop & Show мы предлагаем вам куртки, которые садятся на фигуру с особенностями. Обратите внимание, если у вас широкие бедра, выбирайте для себя куртку Есения. Посмотрите на нашу Марину, на нашу Любу, посмотрите, у нее как красиво сидит по фигуре. И вот буквально обнимает и вертикали, которые дают возможность нам вытягивать наш силуэт. Вот сейчас вы видите бордо, очень благородный цвет. И капюшон здесь очень уместен. Вы можете носить куртку, набрасывая капюшон. Кстати, это дает возможность сохранить прическу. Либо вы можете опустить капюшон и сделать красивым воротником. Итак, дорогие мои, сейчас три цвета на выбор. Олечка, большая моя проблема. Давай сразу с ней справимся, пожалуйста. Посмотрите, вот когда вы заказываете себе куртку, мы всегда не можем угадать, какой длины будут рукава. У меня вечная проблема. Посмотрите, какие длинные для меня рукава. Давай, Олечка, приходи ко мне, я тебя научу, Люба, поменяйся местами с Олей. Давайте посмотрим. Вы знаете, мы выбираем вещи, которые садятся абсолютно на любую фигуру, на любой рост. Итак, Олечка, спускайся, будем сейчас с рукавами своими решать вопрос. Посмотрите, ведь наша куртка обладает еще и возможностью вот так вот загнуть. Мы можем рукав на рост на любой абсолют. Какой у тебя, Оль, 161, ты так сказала, это сожалеющий, Оль, какой у тебя рост? Да нет же, маленькая женщина, она всегда выглядит маленькой и молодой, так что да, это тоже, я считаю, плюс. Я еще знаю, маленькие женщины созданы для любви, так что я не переживаю. Дорогие мои, посмотрите, оп, одно превращение, и все, рукав перестал быть длинным. Не надо бежать в ателье, не нужно ничего отрезать. Ну а самое главное, у нас же осень уже наступила. И эта легкость, которую я сейчас ощущаю, нравится мне больше всего. Как сложно заставить себя одеть что-то теплое. Это же добавляет лишнего объема. Нам становится дискомфортно. Олечка, так давай я тебе заверну рукав, а то ты как пьеро у меня стоишь. Вы знаете, девчонки, мои дорогие, выбирайте эту куртку. Посмотрите, какой там у нас подгиб большой. То есть это возможно, чтобы села эта куртка на любой рост. От 1,60 м, даже 1,55 м и до 1,87 м эта куртка садится идеально. А теперь будет проверка на прочность. Вы знаете, мы все абсолютно вещи проверяем на прочность. И я беру сейчас пульверизатор, будем устраивать проверку. Девочки, дождем! Прячь волосы. Прячемся. Итак, давай, поворачивайся бочком. И смотрите, вот если вы попали под дождь, это, конечно, не дождевик. Это, конечно же... Ой, слушай, у нас какой-то дождь. Вот, смотрите, вы видите... Вот, посмотрите, вы видите, капли стекают, то есть это куртка с обработкой абсолютно. Вы видите, что вот так вот стряхнули, и все. Конечно, носите с собой зонтик, но если что, вы попадете под дождь, ваша куртка вас защитит. Защитит нас еще и капюшон, который здесь тоже есть в наличии. Он утеплен, он плюшевый, значит, и шапки нам не нужны. Прически вот такие будут в целости и сохранности. А еще здесь плюшевые карманы. Оля, рассказывай, как вот такое возможно. Вот вы посмотрите, продемонстрируйте, Люба, продемонстрируйте Ирина, что у нас обработка внутри мягкая, плюшевая, точно такая же, как обработан капюшон. Вашим ручкам будет тепло в кармане.
кармашках. А карман, кстати, глубокий, да, Оль? Да, достаточно глубокий. То есть перчатки нам не нужны. Они будут наши ручки согреваться за счет плюшевого вот такого элемента. Дорогие мои, это хит наших продаж. Вспомните, это ваша любимая куртка Есения. И со скидкой, потому что сегодня действует акция. Оль, поэтому все цены уже со скидками. Итак, невероятная скидка. Скидка 500 рублей, Оля. 500 рублей экономит, ты права. Да и вообще, я считаю, что мы экономим пополам. Мы экономим в два раза, потому что в магазине такая куртка. Оль, ну ты знаешь, сколько она может стоить? Не меньше, чем 4,5-5, это я не знаю, она будет не такая теплая и не такая легкая. И не такая качественная. Наша куртка, она по доступной цене, ну и еще, конечно же, идеальный крой. Посмотрите, на красивых пуговицах с карманами, хорошие длинные пуговицы, тон в тон подобраны. Персиковый цвет сейчас демонстрирует наша модель Ирина. Следующий цвет бордо, вот сейчас мы продемонстрируем уже на Любе. И, конечно же, есть возможность выбора. Выбирайте, до 66-го есть все размеры.